Всем привет, дорогие мои зрители! Сегодня с вами приготовим что-нибудь из фарша и овощей. У меня в холодильнике завалялся баклажан, кабачок, пару перцев, и я решила, что мне нужно что-то из них приготовить. И мне пришла идея в голову сделать эти овощи с фаршем. Первое, что мы делаем, это мы убираем края. Далее нарезаем кабачок на колечки толщиной 1 сантиметр. Баклажан делаем также. Кольца тоже 1 сантиметр толщиной. Перец мы тоже нарезаем кольцами. Далее нам нужно здесь убрать серединки. Воспользоваться каким-то стаканчиком, чтобы сделать вырубку. Далее, смотрите, мы вытащили серединки из баклажанов и кабачков. Остались наши серединки, но они тоже съедобные. И сейчас мы эти серединки с вами измельчим и добавим к фаршу. Фарш мы с вами хорошенько присаливаем, перчим. И перемешиваем. Так, фарш отставляем в сторонку. Разобьем наши яйца в глубокую миску. Присаливаем и взбиваем вилкой. Ставим сковороду на средний огонь. Добавляем растительное масло. Далее мы будем наши колечки начинять фаршем. Делаем это руками. И сразу готовое колечко опускаем в сухари. Затем опускаем в яйцо. И отправляем на сковороду. Жарим наши овощи с фаршем до золотистой корочки с двух сторон. Готовые кабачки выкладываем на салфеточку. Далее берем наши помидорки и протираем их на терке. Далее мы с вами берем чашу мультиварки. Вы можете взять форму для духовки. Дело в том, что наши колечки нам нужно теперь потомить. Либо в духовке, либо в мультиварке. Я буду делать в мультиварке. На дно чаши мультиварки выкладываем наши овощи. Далее сверху на овощи мы отправляем болгарский перец, который мы с вами порезали колечками. И теперь все это заливаем и нашими помидорками. Затем мы все это слегка с вами присаливаем. Добавим сюда немного перца. Добавляем сюда чуть-чуть водички. Прям слегка. Посыпаем мелкорубленной зеленью и отправляем нашу чашу в мультиварку. Выбираем режим тушения на мультиварке. Из продукта выбираем овощи. И у нас получается температура 100 градусов на 30 минут. Старт. Время вышло. Вот так выглядят наши овощи. Сейчас мы с вами достанем и попробуем. Ребятки, вот такая вот получилась у нас вкуснота. Кабачок, баклажанчик, перчик тушеный. И еще здесь, конечно же, мясо. Давайте разрежем и посмотрим, что получилось. Кабачок получился очень мягкий, сочный. И баклажан, видите, какой получается тоже. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, готовьте вместе с нами. Всем пока-пока!